Борис Захадер. Маленький енот. Увидел маленький енот падучий звездочки полет и загадал желание. Хочу я стать бараном, вараном, тараканом, тритоном, питоном или хамелеоном. Пусть стану я фламинго или собакой динго, омаром, кальмаром, пятнистым ягуаром, медузой, воблой, камбалой, гадюкой, но не очень злой, чижом, ежом, ужом, моржом, козой, а то и стрекозой, хоть плавунцом в конце концов. Люблю я вкусных плавунцов, хотя бы бегемотом, но только не енотом. Сойдут и кит, и кот, и крот. Вот все мое желание. Закончил маленький енот и перевел дыхание. В ответ падучая звезда сказала: «Что за ерунда? Твое желание, мой друг, мне показалось странным. С какой же это стати вдруг еноту стать бараном? Чем плох, по-твоему, енот? По-моему, наоборот. Он умное животное, к тому же чистоплотное. Вот я как-никак звезда, я, видишь, сам лечу сюда, лечу с космических высот сюда, к земным болотам, в надежде лет через 500, конечно, если повезет, стать маленьким енотом».